you turn it, I want you with your mind, go all the way down to his stomach. Мысленно, думайте вниз, сверху вниз ему в живот. Мысленно прочувствуйте все его тело сверху вниз. Прочувствовать все его тело. И нужно держать, сохраняя вот эту мысль. Что бы он ни делал, вы продолжаете думать ему в живот. You see how solid it is made. Видите, насколько он стал устойчивее. See how much more solid it made you. Насколько это делает вас устойчивее, заметили? So by transferring your thought to him. Перенося свою мысль в него. He worked harder, but he didn't know that you were more solid. Он вынужден был работать усерднее, но он не понимал, от чего эта устойчивость возникала. What's he done? Что он сделал? So you're creating mass without knowing it. Вы не осознавая создаете огромную массу. And so as a teacher, we need to learn how to. You can call it coping. Учителя должны уметь это делать. Вы можете называть это копким. But it's a mass. Но на самом деле это всего лишь масса. So that's good if you felt it. Если вы почувствовали это, это хорошо. You felt it. Надеюсь, что ты тоже это почувствовал. Следующий вариант. It pushes up. Вверх. This is where you'll need that relaxation class. Теперь вам нужно вспомнить занятие, на котором учились расслабляться. Because you need to keep that. Relaxation till your head can go under. Вы должны быть настолько расслаблены, чтобы голова оказалась под рукой. It's very difficult. Это очень трудно. Because a lot of people, their head will get to about here. У большинства из вас будет голова вот здесь. Get your head and to leave that there is more difficult. Более трудный вариант, когда голова оказывается полностью под рукой. You've got to really work at it. Наверное, над этим придется по-настоящему поработать. Once you're under here, you fix your head to your own. В этом положении голову прижимаете к плечу. Upper arm. Then you soften here. А теперь делайте мягким бедро. And you turn. Поворачивайтесь. Выполняйте вход.